Последний кусок бекона? Мой! Твой! Малышка опять едой кидается. Уилсоны – обыкновенная современная семья. Папа, ты позавтракаешь с нами? Простите, ребята, опаздываю на работу. Покормите пса. Это бестолку. Самыми обыкновенными проблемами. Она худшая мачеха на свете. Есть минутка. Но необычный подарок. Мама говорила, что он всегда защитит меня даже в самую трудную минуту. И ты даришь его мне? Окажется ключом к планам безумного гения. С помощью этого сапфира мы остановим время, и миру придет конец и раскроет тайну. А это еще кто такие? Перейдите в бункер немедленно. Истинной профессии их мачехи. Привет, ребята. Да, я шпионка. Это прикол. Нет, это не прикол. Он что, разговаривает? Дай пять. Режим патрулирования, режим атаки? Лучше оставь на патрулирование. Хорошая мысль. Но теперь величайшим шпионом нашего времени... Нам нужен хроносапфир, который оказался у него в руках. Потребуется их помощь. Внимание, дети-шпионы, пора вернуть кулон. Чтобы спасти мир. Кто первый замочит злодея, тот и выиграл. Заметано. Этим летом ты шпионка. Ага. А что, круто. Обожаю эту работу. Когда останавливается время... Используй перчатки, они отключены. Начинаются приключения. Понеслась. А ты чем займешься? У меня хорошо получается. Счастливого пути! Чем меньше шпион... Ты лучшая мама-шпионка на свете. Тем храбрее сердце. Сейчас блевану. Держи. Молодец, Сесил. Дети шпионов 4. Армагеддон. Аргонавт, сделай что-нибудь. Режим атаки. Активирован. Обожаю разминку. С 18 августа.